На эти занятия дети бегут в припрыжку. На лицах восторг от встречи с питомцами конно-спортивного клуба. Всеобщий любимец – пятнистый барсик. Ребятишки, давайте барсика погладим. Ему очень нравится, он очень ласковый кот. Хороший, да. Мягонький. Это проект «Когда вырастают крылья», получивший президентский грант. Комплексная программа реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проводят профессиональные инструкторы на обученных лошадях. Очень здорово наблюдать за тем, как детки у нас раскрывают себя, свои, наверное, способности, эмоциональное свое состояние. Очень здорово. У нас есть с ограниченными способностями, есть слабослышащие, но это никак вообще не препятствует их каким-то способностям, их эмоциям. С ними заниматься одно удовольствие. Верховая езда в крытом манеже, несложные упражнения, а главное, можно ухаживать, гладить, обнимать лошадей и других четвероногих обитателей конюшни. Мне было очень классно, мне так понравилось кататься на нем. Мне Пеша понравился. Он хороший, он милый, он не скинет. Этот центр очень хороший. Спасибо тебе. Спасибо, мальчик. Видишь, как он тебя любит? Школа сначала работала с ипподромом, сейчас детей привозят в конно-спортивный клуб на адаптивную гимнастику. Ну, очень полезно для детей. Даже темп лошади, ее шаг, сидение на лошади – это все как психотерапия действует и успокаивающе, и даже влияет положительно, естественно, на умственные способности наших детей. Еще больше эмоций у детей вызывают хаски. Пушистые добряки катают ребятню на собачьих упряжках. Активный отдых на свежем воздухе тоже включен в программу. Занятия проходят дважды в неделю. Ольга Барловская, Дмитрий Парахин, РТС.